Мой прапрадед Веретенников Федор Петрович родился в 1898 году в Омской области, в селе Любино-Малороссы. Окончил там сельскую школу. А когда началась война, в августе 1941 года его призвали на фронт. Федор Петрович был наводчиком ручного пулемета. Он прошел нелегкий боевой путь и испытания Великой Отечественной войны в составе 118-го стрелкового полка с 1941 по 1945 годы. За героизм и мужество приказом номер 130 от 3 ноября 1944 года Федор Петрович был награжден медалью за отвагу. Он совершил два подвига. 27 января 1943 года в боях с противником на Белостокском направлении был легко ранен. Находясь в обороне, он свыше 30 раз участвовал в выходах за передний край обороны и в тыл врага, где огнем из личного оружия уничтожил до 7 фашистов. 6 мая 1944 года при встрече с разведкой противника Федор Петрович в числе первых поднялся в атаку и огнем из ручного пулемета на ходу расстреливал гитлеровцев. Сам же Федор Петрович погиб от ранений в январе 1945 года и был похоронен с воинскими почестями в Польше.